И хотя, ну, например, для нас сейчас это достаточно сложно. Если мы попробуем проповедовать верхушке общества, нас просто не будет никто слушать. Но их слушали, и они проповедовали там чуть ли не королями и так далее. То есть они проповедовали на самом высоком уровне. Но, как ни странно, хотя казалось бы, да, если попроповедовать верхушку, да, то князьям автоматически придет. Но не научилось ничего. То есть эти люди, они не стали преданными. Они, да, они выслушали, они сказали, да, очень интересная философия, очень